На этом заявления Трампа не закончились. Он больше не намерен безвозмездно помогать в военных вопросах Украине и целому ряду других стран. Об этом написала американская газета Wall Street Journal. Администрация Трампа представит проект нового госбюджета на следующей неделе, в котором будет отменена программа субсидий, в частности, для Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса и Филиппин. В общей сложности речь идет о миллиарде долларов. Вместо грантов для военных нужд странам, скорее всего, предложат брать кредиты.